впереди картины Дали. Мы сюда пришли из-за них. Так, а это что, великий мастурбатор? Да. Ой, класс. Вот он, великий мастурбатор. Он, оказывается, здесь висит. В центре искусств королевы Софии. И вот немножко разошлись люди. Можно рассмотреть поближе великого мастурбатора. Одна из самых знаменитых его картин. Да, в 20-21 год, конечно, влияние Пикассо на Дали было, ну, мне кажется, очень сильным, потому что вот Пьеро играет на гитаре, он не стеснялся подписывать свои картины таким вот почерком, хотя потом, конечно же, его роспись стала другой, и подписывал он их по-другому, но тогда его становление вот было таким... под влиянием Пабло Пикассо, мне кажется. Пьеро играет на гитаре. Необычная картина тоже Сальвадора Дали. 24-го года, ему было 20 лет. Ну и тут явно проглядывается влияние Пабло Пикассо, потому что это вообще не Сальвадор Дали. Удивительная картина. Такую картину вряд ли где-то увидишь, потому что она вообще... не входит, ну, в традиционные каталоги, мне кажется. Если забивать в гугле Сальвадор Дали, то эта картина явно не покажется. Просто называется натюрморт. Архитектурный ангел Милле, его картина. А нет, здесь он уже постарше, 29 лет ему здесь, точно. Пока там группа разойдется, вот еще одна картина Сальвадора Дали, я ее не видел никогда. Бесконечная загадка. Она написана в 1938 году. А, но он был уже довольно-таки зрелым. Да, ему было 34 года. Такая несвойственная немножко ему картина. Бесконечная загадка. Это его друг Луис Брюнель, с кем они сняли фильм «Андалузский пес». И Сальвадор Дали участвовал, он был одним из авторов сценария к этому 16-минутному немому фильму. У меня такое впечатление, что вот в 30
лет вот в районе Дали начал уже экспериментировать со всем, потому что это вообще настолько ему не соответствующая картина. Это коллаж, лобстер вырезан из бумаги, а все остальное нарисовано гуашью. И вот это очень интересно. Он уже как бы период молодости прошел, а он все экспериментировал со стилем. Но прикольно. Да, такие вот чудеса творения Сальвадора Дали можно увидеть только в Центре искусств Королевы Софии. В 19 и в 20 лет, конечно, художник был из него так себе. Обалдеть. Класс. Это вот его три рисунка. Я бы назвал это... рисунок коммуналка. А здесь он просто ручкой поверх карандаша крючок тренировался. Прикольно. Какой-то клон. Очень, конечно, он слабо нарисован. Это вот портрет отца Сальвадора Дали. Вот так вот он его нарисовал, когда ему было 20 лет. Ну, а потом у них очень был сильный разрыв в семье. Они не восприняли они Галу, которую Дали, в принципе, увел у своего друга. А вот это что-то непонятная абстракция. Тоже Сальвадора Дали, которую он нарисовал в 24. Обалдеть! Это просто уникально. Ну, такое можно увидеть действительно только в этом музее, потому что я даже не знал о существовании таких абстракций. Sometimes I feel